меня фотографировать. Не надо, я вас не буду фотографировать, я вас буду снимать на видео. Я еще раз говорю. Вы что, не публичное место или что? Я еще раз говорю, я к вам пришел в квартиру. Я к вам пришел в квартиру. Я к вам пришел в квартиру. Публичное место. Вы что? Вы представляете услуги, я вас имею полное право снимать. Вопросы какие? Вас попросили предоставить чек. Я не имею права представлять, это мой документ. Потому что это мой документ. Вы кто? Я администратор. Бэджик ваш где? Ваш бэджик где? Я на кассе сижу. Ваш бэджик где, еще раз говорю? Ваш где бэджик? Вы на рабочем месте, где ваш бэджик? У меня на кассе. Я сюда почему он здесь? На 2 минуты. И что? Хочу попросить. Ваш бэджик должен быть у вас на груди, вообще. Если вы работаете. Вы не знали об этом или что? Вы не знали? У меня чек на кассе. И что? Почему он не на вас? А что вы так разговариваете? Ну, я так, вы посмотрели ваш чек? Ну, я так хочу, понимаете? Я так хочу. Это мой документ, понимаете? Да вы никто, вас ну, не забирает. Пока, мне не надо, чтобы не забирали. Знаю, я не хочу показывать. Чек. Почему вы для контроля. Вас вот из терминала можете посмотреть. Все данные пожалуйста, у вас там, пожалуйста. Пожалуйста. Книгу жалоб поможем, пожалуйста. И дежурного директора сюда. Либо кто у вас там, официальный директор, менеджера. Мне не нужен администратор. Кто она? Такой же продавец? Мне не надо. Мне нужен директор, еще раз говорю. Ваш непосредственный работодатель. Почему он допускает такого, чтобы вы себя так везли? Что-то мы вам хамили. Мы вас попросили. Покажите, пожалуйста, чек. Но я не имею права показывать. Это мой документ. Почему вы не... Это мой документ. Это то же самое. Можно сказать, что вы не имеете права показывать свой паспорт? Конечно. Я его не ношу с собой даже. Представляете себе? Он мне лежит дома. Угу. Это мой документ, он должен быть в безопасности, он находится у меня дома. Если вы не знали. Да, если в следующий это... раз, когда вы возьмете сомнение, паспорт тоже, алкоголь и сигареты не продадут. Не, пожалуйста, вопросов никаких. Даже не продадите, я пойду в другой магазин. Я к вам не буду обращаться. Вы мне никуда не уперлись, чтобы я к вам перед вами распинался. Нет, а вопросы какие? Я имею право не таскать ничего с собой, никакие документы. Мне нигде не доставляют. Если в данный момент вы будете пробивать алкоголь, мы обязаны посмотреть ваш паспорт. Да, я согласен, я знаю вы это. Вы тоже не предъявите его? Ну, предъявите, если я вас пошлю дальше, то пойду дальше. Вы пошлете нас, да? Ну, я пойду дальше, я куплю в другом магазине. Вы будете посылать нас? Ну, потому что я это хочу, просто. Я же вас не оскорбляю, я просто пошлю дальше, я же не сказал, куда именно. Пожалуйста, а то, что вы додумались, это уже ваше. Иди на рабочее место. Все, до свидания. До свидания.